Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Sacred 3, продолжаем проходить эту игру. И, в принципе, ребята, то, что я хочу сказать... Так, сейчас, секундочку, дайте я еще раз... Вроде громкость уже более-менее так нормально. Второй путь? Какой нафиг второй путь? Я чё-то нифига не видел. Да, хрен его знает, ребят. Давайте тут посмотрим, вдруг. Да нет, тут нифига нету. Ну вот, снизу есть какая-то дорожка, может... Может... Ребят, я не представляю, куда нам идти. Мост разрушился и... И нам написано... А, во. Нашли! Так, в принципе, ребята, то, что я хотел сказать, я побывал в этих всех аренах. Хорошо меня перебивать, зараза. Ребят, я побывал вот в этих всех аренах, что там есть. А вот в этих всех таких небольших миссиях, где нужно расчистить вот... дорогу, расчистить местность от монстров, в принципе, ну, в этих аренах, да, там продержаться, ну, как мы, в принципе, уже пару раз там ходили на арену, продержаться там пару волн, да, и, в принципе, я вот это, ну, не все, конечно, но я попроходил множество всяких арен, множество... Попроходил множество вот этих всех арен и вот тех всех таких небольших миссий. И, в принципе, ребята, у меня уже вот почти что... Ну, как бы, 11 уровень, да, почти что уже 12 уровень. И там уже вроде куча бабла, там уже больше, чем 10 тысяч. Больше, чем 10 тысяч бабла, это, в принципе, действительно очень много. Это действительно очень много, ребята. И так как я там заметил, что вот множество, просто действительно очень большое количество всяких там улучшений, не улучшений, а всяких там, ну как бы да, улучшений, всяких там улучшений оружий, улучшений способностей и вот этого всего. Очень много всего на 12-13 уровне. Поэтому, в принципе, 12 у нас уже есть, но на 13 там уже, в принципе, все можно улучшать. Ну, как бы не все, но куча там действительно куча всяких улучшений. Так, еще у вас. О. Так, куча тут всего выпала. Может быть, сундучок какой-то тут поставили? Нет, тут нифига нет. Ладно, давайте отсюда идти. Давайте пойдемте вот сюда. Okay, I still don't know where to go, but you can't be getting farther. Так, на тебе, зараза. Ух ты. Да вот этими бомбами вот этого тролля вообще не валить. Офигеть. Как мы первый раз так мы его очень быстро убили. Так, тут еще вот этот. Отлично, зачистить поселок, мы это все сделали. I was afraid I was gonna get fired. Так. Little ants crawling up my wall. Еще новый босс. They get squashed. That's Zane. He knows we're here. His hidden passage. Так. Сейчас мы вот этих всех поубиваем. Идите-ка вы сюда.
get the spleen. Маги всякие. You're gonna have to push that minecart out of the way. I tried doing it with my mind, but I just got a headache. Какую вагонетку? Давайте поищем, может тут что-то будет. Не, ну тут нету, я не думаю, что тут. Да, значит куда-то вперед туда идти, там переместить вагонетку 6 раз. А тут нифига нету. Какой нафиг? А, вот. Please move the minecart, or you will never find the hidden passage. 3, 4, 5. О, уже бегут за мной. The hidden passage must lie deep within the Бам! И тебе тоже, да. Отлично, нормально так. Do your worst! Да сколько вас там, ребята? Идите-ка вы сюда! Идите-ка вы сюда! Вот эти лучники капут. Вот этот дух, которого мы словили, которого мы пробудили, мне кажется, он намного лучше, чем, чем тот, который у нас был первый, да? Мне так, в принципе, кажется. Да хотя там уже бежать за мной. Потому что первый как бы и шла цепная молния, да? То есть иногда ты бил одного, и иногда от него скакивала молния и шла на других и наносила ему урон. А вот сейчас это дух, которого мы... Да хрен меня перебивать, зараза. Maybe their bodies carved out the hidden passage. Все, все, договорила, нет? Are we going to slay a dragon? No. So let's get moving. Так, в принципе, вот этот дух, которого мы разбудили, разбудили. Так, его мы типа, вот, он не так, как первый дух, что иногда, когда ты кого-то бьешь, иногда в него бьет молния, и она отскакивает на других. Нет, этот дух, мне кажется, он такой, в принципе, нормальный, потому что когда мы кого-то бьем, то он зажигается. Вот, он зажигается, и как бы это наносит ему урон. То есть, если у него нормально так жизнь, и мы его уже покоцали, и ему нужно 2 удара, чтобы его убить, то мы можем нанести 1 удар, а второй и просто-напросто убежать, ну, подальше, потому что второй удар уже как бы он будет гореть, да, и можно сказать, что, ну, потом как бы догорит, да, можно и так сказать. Вот, вот, как сейчас вы видели, мы одного ударили, у него там осталось несколько жизней, и как бы он упал, что можно его было казнить. Но мы его не казнили, потому что... мы его не казнили, потому что он как бы... Ну, сгорел, можно и так сказать, потому что у нас вот тот дух, которого мы пробудили. И сейчас что? А, нужно было бежать, ну ладно. That was sweet. Let's do it again. Так. Зараза, вот эти орки. Идите-ка вы вот сюда. О, казнить? Бам. Идите, идите. Милашки вы наши. Так, всех поубивали. Spread the pain. Нет, не всех, как не всех. Еще, конечно, не всех. Туда... Нет, туда мы, конечно же, не докинем, ну ладно. Зато вот это докинем. Нет, не докинули, а перекинули. О-о-о-о, казнить. Вау. Отлично. Так, стоп. Там была еще одна дорога, я видел. 100%. Вот сюда. Она была закрыта и сейчас открылась. Но я не знаю, там тоже еще одна дорога открылась. Одна из них это. Это сундучок. Вот, да, вот это. Вот с таких мелких сундуков не всегда много падает. Вот 20 золота. Не, ну, в принципе, пускай будет. Так, побежали дальше, дальше, дальше. 12 уровень. Давайте, давайте уже как можно быстрее 13 уровень мы себе сделаем. На 13 вообще там куча улучшений. Сразу улучшим двоечку. Так, она, в принципе, сильная, можно и так сказать.
О, куча, куча бабла. Ай. На, нет, не заспавнишь ты, зараза. Не заспавнишь ты. Не заспавнишь. Так, сейчас. Это что еще такое? Мне туда входить? Мне туда входить, вы что, с ума сошли? Это мы еще куда направляемся? Это интересно. Закройте портал. Эта дорога не ведет в сказочную страну. Ну понятно. 12 оборотов колеса. А где оно? Давайте сначала его быстро найдем. Где оно? Вот, отлично. А как мы потом отсюда выберемся? Как мы потом отсюда выберемся? Если мы будем закрывать с этой стороны. Так, давайте вот. Так. На. И... Да нет. Сначала давайте вот это повернем. А вот это нельзя? Можно. Как нельзя? Можно. Ай. Так. Половину. Можно сказать, половину уже. Ай. Уже больше. Так, сейчас давайте немного отобьемся, так как тут надо его понабежать. Казнить! Ай! Чуть подожгли. Ух ты, нифига себе. Так. Так, и давайте еще раз. Казни. Отлично. Да твою ж. Дайте мне отойти отсюда. Ну чё вы такие? О, еще раз. Еще раз. Ай. О, пушка 12 уровня. Прошли, охренеть. Есть какой-то сундучок? Нет, нету нифига. Я думал, какой-то сундучочек будет. Так, ладно, выбираемся отсюда. Завершить миссию. Бам! Рудники Алькозабы. Хорошо, что не... Как там называется Алькозаба? Как там называется часть Гарри Поттера? Третья часть. Узник Азкабана. Вот. Азкабана и Алькозаба или как-то. Так, что мы можем открыть? Персонаж. Подтвердить. Персонаж. Вот, персонаж. Навыки, боевые умения, чем мы можем? О, это мы уже можем. Так, скорость волны увеличивается на 50%, а урона 10. О, ширина волны увеличивается на 100%, а урон на 10. То есть это нужно выбирать одну из двух. Скорость волны, ширина волны. Давайте, конечно же, ширину. Так как, в принципе, скорость это такое. А ширина действительно важна, можно и так сказать. А тут что у нас будет? Скорость передвижения увеличивается на 40%. Это такое. Урон увеличивается на 30%. Конечно, урон, но это мы потом увеличим. Так, что у нас тут есть? Снаряжение. Это тоже не нужно. А у нас вот это, да? О, отлично, мы уже это тоже увеличить можем. Так, давайте посмотрим. Кого растительность Анкарии отвечает за зов бдения странника, наделяя жизненной силой его хозяина? Шанс 15% на выпадение при ударе малой целебной сферы. Не знаю. В пылу сражения
Оружие заряжается энергией, что приводит к ее выплескам. Шанс 15% на выпадение малой энергии. Я не знаю, ребята. Это нужно все читать. Ну, то, что отнимает здоровье у врагов и передает ее хозяину. Вот это, что... Это офигенно, когда вот ты кого-то бьешь, а тебе идет его здоровье, можно и так сказать. Фиг его знает, фиг его знает. Что нам больше нужно? Нам нужно больше энергии, мне кажется, чем жизни. Отлично. В принципе, ребята, я думаю, давайте на этом закончим эту серию. Если вам нравится эта игра, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.